Мне очень приятно, что вы пришли. Мое имя Кент Ховенд, я из Пенсаколы, Флориды. Я преподавал науку в старших классах 15 лет, а теперь в последние 10 лет я путешествую и говорю о сотворении, эволюции и динозаврах. Я сразу говорю, что я верю в то, что Библия является безошибочным и вдохновенным словом живого Бога. Я верю Библии от обложки до обложки. Я даже верю обложке, на ней написано Кент Ховенд. Я верю в это. У меня есть три цели, которые я хочу достигнуть во время моих семинаров. Первое, я хочу укрепить вашу веру в Слово Божье. Второе, если вы еще не спасены, я хочу, чтобы вы были спасены и смогли быть со мной на небесах. И третье, если вы спасены, но не трудитесь для Бога, я постараюсь, чтобы вы чувствовали себя неловко. Идет война, каждый должен найти себе работу для Господа. Если вы не можете стрелять, подавайте пули, каждый может делать что-то. За 30 лет моего христианства я заметил, что каждый может делать что-то. Даже хуже из нас могут служить плохим примером, поэтому каждый может делать что-то для Господа. Давайте начнем. Это не моя жена. Это только ее фотография. Мы переехали в Пенсаколу, штат Флорида, в 1989 году, чтобы моя жена смогла закончить музыкальную программу в христианском колледже. У нас трое детей. Им 20, 21, 22 года. Разница в один год и две недели. Все они студенты университета штата Теннесси. Они хотят служить Господу. Есть четыре важных вопроса, на которые человек старается найти ответ. Это четыре философских вопроса мировоззрения. Каждая религия мира, даже атеизм, это тоже религия. Все религии стараются ответить на эти вопросы. Ответы на эти четыре важных вопроса жизни зависят от вашего взгляда на мир. Существует два взгляда на мир. Некоторые смотрят на мир и говорят, удивительно, этот мир произошел из ничего при большом взрыве. Это гуманистическое мировоззрение, в котором человек – это Бог. Другие люди говорят, удивительная конструкция, значит существует умный создатель. В этом мировоззрении говорится, что Бог – это Бог, и все мы отвечаем перед Ним. Одно из этих мировоззрений неверно, и они находятся в войне между собой. Кто-то не прав, и мне приятно показать, кто не прав. Если теория эволюции все-таки верна, как учат в школьных учебниках, то как вы ответите на эти четыре фундаментальных вопроса? Кто я? А что я значу? Если верна эволюция, то вы являетесь протоплазмой, которую выкинула на берег. И таким образом вы представляете проблему, потому что вы являетесь одними из загрязнителей окружающей среды. Кстати, если эволюция верна, то это мышление является нормальным. Необходимо уничтожить человечество, так как мы являемся проблемой. Но если верно сотворение, и мы являемся причиной этого творения, то Бог сделал это для нас. Большая разница между взглядами. Во-вторых, как вы ответите на вопрос, откуда я появился? Если верна эволюция, то тогда вы появились из космического взрыва около 20 миллиардов лет назад. Почему я здесь? Какой смысл жизни? Если верна эволюция, то в жизни нет смысла. Делайте все, что вам нравится. Куда я попаду после смерти? Если верна эволюция, то вас закопают в могилу, и ваше тело превратится в растение или еще что-то. Но Библия говорит, что вначале сотворил Бог небо и землю. Если это верно, то теперь на эти вопросы появляются совершенно другие ответы. Теперь нам необходимо узнать, кто Бог, что Он хочет и делать, что Он говорит. Но вы знаете, Сатана не хочет этого. Дьявол подошел к Еве в третьей главе бытия и сказал, подлинно ли сказал Бог? Не ешьте ни от какого дерева в раю? Вопросительный знак. Первым предложением Сатаны был вопрос ⁇ заставить Еву сомневаться. Сатана всегда так делает. Он хочет, чтобы мы сомневались в словах Бога. Второе, он сказал, нет, не умрете. Теперь он называет Бога обманщиком. Третье, что он сказал, Ева, если ты вкусишь плод с этого дерева, вы будете как боги. И прямо там, в Эдемском саду, и зародилась вся идея эволюции. Эволюцию не придумал Дарвин, ее придумал сатана в Эдемском саду. Сатана хочет, чтобы мы поверили, что мы можем быть как боги, да, ребята, мы развиваемся, мы становимся больше, лучше, сильнее, умнее, и в один день мы будем путешествовать по Вселенной и открывать новые жизненные формы. Мне часто задают вопрос, Брат Хован, думаете ли вы, что существует интеллигентная жизнь на других планетах? Я говорю, нет. Я был учителем 15 лет и не видел много интеллигентной жизни на этой планете. Э, сатана это обманщик. Он сказал, что вы можете быть как боги но он сам хочет быть Богом. Однако многие религии мира поверили в его обман. В официальной доктрине мормонов говорится, мы можем стать богами. Если вы хорошая жена мормонка, то вы будете вечно беременны в раю. Моей жене не нравится такой рай. В официальной доктрине католической церкви 99% католиков об этом не знают, но в доктрине говорится, что они могут стать богами. Это обман дьявола, что человек может стать Богом. Но сатана сам хочет стать Богом. В 14 главе Исаии Люцифер сказал, «Взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Видите, сатана хочет быть Богом, но ему нет места. И он злой, и он не может стать Богом. Он злой на Бога, но ничего не может сделать Богу. Поэтому он злой на нас, потому что мы сотворены по подобию Божьему. Вы задумывались, почему дьявол ненавидит вас? Только потому, что вы напоминаете ему о Боге? Он хотел быть Богом, но это невозможно, поэтому он обманул Еву, говоря, что она может стать Богом. Он обманщик. Гитлер сказал, если говорить ложь во всеуслышание достаточно долго и часто, народ поверит лжи. Люди больше расположены верить большой лжи, чем маленькой. Если вы хотите, чтобы кто-то поверил обману, есть выход. Вы должны перемешать обман и правду вместе. Так произошло со мной. У меня есть два старших брата, Рас и Марк. Они всегда были старше меня. Э, кстати, они и сегодня старше меня. Когда мне было 6 лет, мы жили в штате Ланойс. Одним утром я прибежал самым первым на завтрак. И я взял последний банан из тарелки. Через несколько минут пришли два моих старших брата. Они спросили, «Эй, это последний банан?» Я сказал, да. У вас есть старший брат или сестра? Вы, наверное, знаете это приятное чувство, когда они всегда подшучивают над вами, и иногда вам удается подшутить над ними. И в то утро я знал, что они хотели мой банан. Но старшие братья никогда ничего не просят у младших братьев. Они добиваются своего либо силой, либо обманом. Так вот, мои братья спросили меня, «Кент, ты знаешь, из чего состоят бананы?» Я сказал, нет. Мне было только 6 лет. Было доказано, что мозг не начинает развиваться, пока ребенку нет 18 или 20. Вы согласитесь со мной, родители? Я сказал, нет. А из чего состоят бананы? Они сказали, в Южной Америке живут пауки с длинными ногами. Когда они умирают, они свешиваются с деревьев, и их ноги покрываются плесенью. Поэтому банан это ноги паука. Я сказал, нет. Вы меня обманываете, потому что вы хотите мой банан. Они сказали, нет, брат, разрежь этот банан посередине, и ты увидишь черные ножки пауков. Вы знаете, после этого я не ел бананы около трех лет. Меня обманули? Были ли вы обмануты? Я бы никогда не поверил обману, если бы в банане не было черных точек. Если вы хотите обмануть кого-то, Перемешайте обман вместе с правдой. Таким образом уничтожают крыс. Вы не даете крысе яд, вы даете крысе тарелку хорошей пищи. Яд крысы состоит из 99% хорошей пищи. Очень мало яда. И крыса думает, что она ест хорошую еду, но она ест перемешанный яд. Это хороший метод. Его используют для продажи, э, для продажи сигарет мальбора. Их перемешивают с ковбоями. Вы когда-нибудь думали над этим? Что общего между Мальборо и ковбоями? Все ли ковбои курят Мальборо? Нет. Нужно курить Мальборо, чтобы быть ковбоем? Нет. Если вы начнете курить Мальборо, вы станете ковбоем автоматически? Нет. От вас может пахнуть, как от лошади, но вы не будете ковбоем. Но они хотят, чтобы люди поверили, что между ними есть что-то общее. Поэтому, как Гитлер сказал, если говорить ложь достаточно долго и достаточно часто, народ поверит лжи. То же самое происходит и с пивом. Никто, имея даже половину мозгов, не купил бы пива. Поэтому пиво перемешивается со спортом. Пиво часто рекламирует какой-то известный футболист. Они хотят, чтобы дети поверили, что алкоголь и спорт связаны между собой. Один подросток спросил меня. В чем дело, мистер Хован? Вам не нравится пиво? Я сказал, э, я не знаю, я никогда не пробовал. Мне 46 лет, и я никогда не попробовал ни капли за всю мою жизнь. Тогда меня спрашивают, а откуда вы знаете, что вам это не понравится, если вы не попробуете? О, очень умно. Позвольте мне задать вам вопрос. Вы когда-нибудь подставляли голову под грузовик? А как вы знаете, что вам не понравится, если вы не попробуете? Поэтому не нужно все пробовать, чтобы узнать, хорошо это или плохо. Есть другие пути. Не нужно все пробовать. В учебниках государственных школ находится много хорошей науки. Но вместе с хорошей наукой замешан обман, яд, который уничтожает детей. Я не против науки, я не против школ. Мой брат преподает в государственной школе уже 28 лет. Моя мать вышла на пенсию, она была учительницей. В системе много хороших учителей. Это не проблема. В учебниках много хороших фактов. Это тоже не проблема. Проблема это замешанный обман. В учебниках замешан яд, и нам необходимо предупредить учеников. Например, вот учебник первого класса. Первый класс. Посмотрите, что здесь написано. Земля очень изменилась после формирования 4,5 миллиарда лет назад. Э, подождите секунду. Разве Земле 4,5 миллиарда лет? Нет. Но если вы скажете это первокласснику, он вам поверит. Первоклассники верят всему, что им говорят. Они верят, что бананы состоят из ножек паука. Я поверил. Во втором классе говорят то же самое. Вот учебник второго класса. После формирования 4,5 миллиардов лет назад Земля изменилась. Жизнь начала развиваться на Земле. Слово «развиваться» — очень интересное слово. У него два значения. Этим они путают детей детям предоставляется множество доказательств микроэволюции, что является наукой и фактом, и стараются, чтобы они поверили в макроэволюцию, глупую религию. Мы поговорим об этом на лекции 4, о громадной разнице между макро- и микроэволюцией. Но детей учат, что жизнь появилась на Земле, что Земле миллиарды лет. В учительском руководстве говорится, подчеркните, что Земле миллиарды лет чтобы дети поверили в это. На Земле нет миллиардов лет, в чем мы скоро убедимся. Но если уч ученикам говорить это в первом, втором, третьем, пятом классе на протяжении 15-20 лет, они поверят в это. Но вместо этого нам необходимо преподавать настоящую науку, как первый закон термодинамики. Материю и или энергию невозможно ни создать, ни уничтожить. Но все состоит из материи. Если материю невозможно ни создать, ни уничтожить, то как появился мир? Мы здесь. Остается только два выбора. Кто-то сотворил мир или мир произошел сам по себе, другого выбора нет. Хотя есть лунатики, которые говорят, что мы вообще не здесь, мы только думаем, что мы здесь. Но мы забудем о них, потому что мы здесь. Поэтому кто-то создал мир, или мир произошел сам по себе. Дьявол не хочет, чтобы вы поверили, что вначале сотворил Бог небо и землю. Нет, он не хочет. Поэтому дьявол придумал другую теорию появления мира. Он думал, думал, и в конце концов он придумал теорию Большого Взрыва. Вы слышали о этой теории? Несколько лет назад я летел на самолете из Далласа в Сан-Франциско. Случилось так, что я сидел рядом с профессором из университета Беркли. Я не знаю, ли вы слышали о этом университете, но университет Беркли не библейский университет. Я сидел возле профессора, и через некоторое время мы начали разговаривать о сотворении и эволюции. Мне кажется, что каждый хочет говорить на эту тему, поэтому я их говорю. Профессор сказал, что он верит в эволюцию. Я сказал, что я уже догадался, так как он преподает в университете Беркли. Я спросил его. «Если вы верите в эволюцию, расскажите мне, как появился мир?» Он ответил, «В результате большого взрыва?» Я сказал, «Хм, расскажите мне об этом?» Он спросил, «Вы преподаете науку и никогда не слышали о большом взрыве?» Я сказал, «Нет, я слышал много о большом взрыве, и я верю в большой взрыв, но мой большой взрыв отличается от вашего. Вы мне расскажите о вашем взрыве, и я вам расскажу о моем взрыве». Профессор ответил мне, дав стандартный ответ из учебника. Он сказал, я верю, что около 20 миллиардов лет назад вся материя Вселенной... Вся материя. Кстати, я узнал, что слово Вселенная происходит от латинских слов Юни и Верс, что значит одно произнесенное предложение. Интересно, мы живем в одном произнесенном предложении. Бог сказал, и вот мы здесь профессор сказал, что вся материя Вселенной сконцентрировалась в очень напряженном регионе, который мог быть намного меньше точки на этой странице. Все вещество Вселенной вместилось в точку меньше точки на этой странице. Это наполненная точка. И тяжелая тоже. Кто мог ее удержать? И это происходит не первый или последний раз. В этом учебнике говорится, что однажды все вещество и энергия снова сконцентрируется в регион, не больше, чем точка на конце этого предложения. И снова произойдет большой взрыв. Это происходит каждых 80-100 миллиардов лет. Вы знаете, теперь нам не нужно беспокоиться о глобальном потеплении. Нам нужно беспокоиться о глобальном уменьшении. Посмотрите, о чем пишет автор этого учебника. Он говорит, студенты, ничего значит ничего. Достаточно ума, чтобы писать учебники. Он говорит, что исчезнет не только материя и энергия, но пространство и время. Однако физики предполагают, что из этого положения Вселенная появилась от гигантского взрыва. Что? ничего взорвалось, и вот мы здесь? <laughs> Объясните мне это. Но об этом пишут даже в научных журналах. Я этого не придумал. В журнале «Научная Америка» пишется. Наблюдаемая Вселенная могла развиться из бесконечно малого места. На греческом значит «точка». Это соблазняет к продвижению еще одного шага вперед и предположению, что вся Вселенная произошла из практически ничего. Да, мы произошли из точки, и точка произошла из ничего. Они называют это наукой и пишут в учебниках? Я называю это сказкой и выкидываю в мусор. Я спросил профессора, что же случилось с этой точкой? Он сказал, около 20 миллиардов лет назад вся материя собралась вместе в маленькую точку. Точка вращалась быстрее и быстрее, и вскоре произошел большой взрыв. Разлетевшиеся кусочки образовали галактики, солнце, звезды, людей. Вот мы здесь. Я сказал, «Сэр, можно задать несколько вопросов?» Он сказал, «Конечно». Я сказал, «Сэр, вы сказали, что 20 миллиардов лет назад вся материя Вселенной собралась для Большого Взрыва. Скажите, пожалуйста, мне, откуда появилась материя? Кто сотворил вещество?» Кто сотворил всю Вселенную? Он сказал, э, мы точно не знаем. Тогда я сказал, хорошо, подождите минутку, если я скажу вам, что я верю, что около 6 тысяч лет назад Бог сотворил небо и землю, вы сразу спросите, откуда появился Бог, и я не знаю. Но вы говорите, что 20 миллиардов лет назад был большой взрыв, но вы не знаете, откуда появилась материя. Значит, я верю, что в начале Бог, а вы верите, что в начале грязь. И не говорите мне, что моя теория религиозная, а ваша научная. Нет, нет. Это две религии. Эти две шкалы времени предоставляют то, чему учит Библия. Библейское и гуманистическое мировоззрение истории. И у них разный масштаб. Библия учит, что Бог сотворил небо и землю 6 тысяч лет назад. Эволюция учит, что 20 миллиардов лет назад был большой взрыв. Два взгляда религиозный. Единственная разница ⁇ эволюция поддерживается налогами. Э, кстати, если эволюция не, эволюция не смогла бы выжить без налогов. Тысячи людей собираются в церкви, но никогда невозможно собрать тысячу гуманистов на их собственные расходы. Поставьте в газету объявление ⁇ Завтра вечером собрание атеистов ⁇ Увидите, что пройдет только 4 человека? Им нужны наши налоги для распространения их религии. Они хотят, чтобы вы платили за свою и за их религии. И поэтому они выбрали школы для распространения эволюции, за которую мы платим налогами. Эволюция ⁇ это не больше, чем религия. И если кто-то говорит, что эволюция не религия, это часть науки, то около 10 тысяч 10 лет я предлагаю 250 тысяч долларов любому человеку с любым научным доказательством эволюции. Я не предлагаю эти деньги просто так, чтобы поспорить. Я не хочу спорить, я как квакер, некогда сказавший: Сэр, я не хочу повредить вам, но вы стоите, куда я буду стрелять. Мне надоело, что они используют мои налоги для распространения их религии. Им нужно учить эволюцию в своих платных школах. Но они все же учат наших детей, что Земле миллиарды лет. И это всего лишь пропаганда. Эти две шкалы разного масштаба. На верхней шкале 1 см равняется 75 лет. 75 лет это очень длинный промежуток времени. Только 5 см назад Колумбус еще не открыл Америку. Если бы я захотел сделать нижнюю шкалу такого же масштаба, как и верхняя, то эта шкала была бы 3360 км длины. Я не хотел носить с собой такую длинную шкалу, поэтому я придумал новый масштаб. Это как от Пенсаколы до Портланда. Поэтому эти две шкалы разного масштаба. Когда профессор сказал, что он не знал, откуда появилась материя, я сказал, откуда появились законы? Вселенная существует по законам. Гравитация, центробежная сила, инерция. Откуда законы? Он сказал, мы тоже не знаем. Я сказал, «Откуда появилась энергия? Чтобы что-то двинуть, необходима энергия. Откуда появилась энергия для большого взрыва?» Он сказал, э, «Я этого тоже не знаю». Я сказал, «Сэр, можно задать еще один вопрос?» Он ответил, «Конечно, что еще вы хотите узнать?» Я подумал, «Еще? Что вы имеете в виду? Вы мне еще ничего не сказали». Но я спросил, «Сэр, у вас в университете есть карусель?» «Вы знаете, что такое карусель?» Такая качеля. Он ответил, нет, в нашем университете нет каруселей. Я сказал, это плохо. С помощью каруселей можно выучить хорошую науку. Если посадить шесть четвероклассников на карусель... И здесь есть четвероклассники? Мне нравятся четвероклассники. Я провел пять лучших лет моей жизни в четвертом классе. Мы посадим четвероклассников на карусель и начнем крутить карусель по часовой стрелке как можно быстрее. Если у вас электронные часы, вы не будете знать, что такое часовая стрелка. Подойдите ко мне позже. В этом опыте дети пройдут по четырем этапам. На первом этапе дети будут кричать: Давайте быстрее, быстрее! На скорости 30 км в час начнется этап второй. Дети перестают кричать и молча концентрируются на сохранении своей жизни. На скорости 60 км в час дети переходят на этап третий. Они снова начинают кричать. Но теперь они кричат «Остановитесь! Остановитесь!» Но вы не останавливаетесь. Продолжайте крутить быстрее и быстрее. Где-то около 100 км в час мы перейдем на этап четвертый. На этом этапе дети начинают вылетать из карусели. Когда это произойдет, вы заметите интересное явление. Если карусель крутилась по часовой стрелке, то когда ребенок вылетает, он будет крутиться по часовой стрелке, пока он не врежется в столб или в дерево. Это закон сохранения угловой инерции. Если крутящийся объект разлетается на части в пустой среде, как большой взрыв, все вещество в одном месте, то все его части будут продолжать крутиться в том же направлении, потому что внешние части двигаются быстрее внутренних. Профессор сказал, да, я знаю этот закон. Я сказал ему, хорошо, ответьте мне на вопрос. Если Вселенная появилась в результате взрыва крутящейся точки, не должно ли все крутиться в одном направлении? Он сказал, да. Я сказал, но это не так. Есть две планеты, может быть три, но две планеты двигаются в обратном направлении. Почему? Он сказал, это интересно. Я ответил, нет. Это больше чем интересно. Это противоречит вашей теории большого взрыва. И не только это. Шесть лун крутятся в обратном направлении в Солнечной системе. Почему? Он сказал, я не знаю. Как вы думаете? Я надеялся, что он задаст этот вопрос. Я ответил. Я верю, что все очень просто. Я верю, что вначале Бог сотворил небо и Землю. И он сделал это для того, чтобы теория Большого Взрыва оказалась глупой. И это глупая теория. Это не наука. Я верю в Большой Взрыв. Библия учит о Большом Взрыве во 2 Петра 3.10. Небеса с шумом придут. На греческом языке это значит Большой Взрыв. Но этот взрыв еще не произошел. Поэтому дети, если вас в школе учитель спросит, верите ли вы в большой взрыв, скажите, да, я верю, и вам нужно спастись и приготовиться к нему. Большой взрыв произойдет очень скоро. Во втором законе термодинамики говорится, что все склоняется к беспорядку. Все распадается. Ничего не улучшается само по себе. Без присмотра все ржавеет, умирает, падает. Ничего не улучшается само по себе. Библия учит этому в Евреям 1 главе. «Небеса, дело рук твоих, они погибнут, и все обветшают, как риза». Ничего не улучшается, само собой, без прибавления энергии. Посмотрите на свою прическу, когда вы проснетесь утром, вы сразу поймете, о чем я говорю. Все склоняется к хаосу. Но в учебниках говорится, что мы становимся лучше – Люди, вероятно, произошли от бактерии, жившей свыше 4 миллиардов лет назад. Тогда был ли ваш пра-пра-пра-пра-пра-дедушка бактерий? Э, я этого не писал, но посмотрите, что говорится под рисунком морской звезды вот в этом учебнике. Около трех с половиной миллиардов лет назад так выглядели остатки древних предков современных людей был ваш прадедушка морской звездой? Пожалуйста, не смейтесь со следующей картинки. Это будет фотография моего брата, когда он просыпается утром после первой чашки кофе. Кстати, нужно предупредить детей, не пейте кофе в детстве. Было доказано, что если вы пьете кофе, то после свадьбы ваши дети будут рождаться голыми. Кто из вас еще не знал об этом? Видите? Э, это будет фотография моего брата. Не смейтесь, вот здесь. Я этого не писал. Это находится в учебнике. Посмотрите, что здесь написано. 30 миллионов лет назад. Ребята, каждый раз, когда вы видите, что в учебнике написана фраза ⁇ Миллионы лет назад ⁇ это значит, что... Очень давно и очень далеко это значит ждва развились. Опять это слово развились. Детям предоставляют доказательства микроэволюции и хотят, чтобы они поверили в макроэволюцию. Здесь говорится, что эти существа являются предками людей и современных обезьян. Предки людей? Дедушка? У вас большие глаза, дедушка? Чтобы лучше видеть тебя. Мы учим детей, что они животные. Поэтому многие из них сегодня и поступают как животные. И бедный социолог не может догадаться. Даже Барбара Рейнольдс, либеральная журналистка, сказала: Дети обезьяничают в школе? Их учат эволюции. Их учат, что они животные. Ты зверь и разделяешь общую наследственность с моллюсками. Эй, Джон, угадай что? Ты животное? Да? Хорошо. А чего же вы ожидали? Что мы сеем, то мы и жнем. Раньше детей учили, что Бог был создателем. Какой Бог и какая религия не была частью вопроса, но фактом было, что Бог создал нас, и мы несли перед ним ответ. И 40 лет назад преступлением в школе было бросание карандашами и жвачками, надписи на партах. Сколько из вас помнят то время? Сегодня дети приносят в школу оружие и убивают 10 других детей. Я сидел напротив двух детей, которые убили одноклассников в Арканзасе. Я посетил их в тюрьме. Почему они это сделали? В нашем обществе появилась проблема, и я думаю, я знаю почему. Многие учителя не знают, что даже сегодня вы можете преподавать науку о сотворении в государственных школах. Я часто читаю лекции в школах около 100 в год. В государственных школах можно преподавать Библию. В 1963 году Верховный суд сказал, что можно сказать, что Библия достойна изучения ее литературных и исторических качеств. Ничего из сказанного здесь не указывает, что такое изучение Библии или религии, когда представлено объективно как часть светского образования, может противоречить первой поправке. В государственной школе можно преподавать Библию. Вы не можете заставлять детей стать баптистом, буддистом или католиком, но можно учить Библии. В 80-м году Верховный суд постановил, что Библия может конституционно использоваться в соответственном изучении истории, цивилизации, этики, для сравнения религии или подобного. Библию можно использовать. Суд сказал, что можно использовать Библию, если она содействует повышению знаний студентов и понимания их культуры. Даже существует группа людей, которые помогают образованию библейских классов в государственных школах. Позвоните в Национальный совет по телефону 336-272-3799 и попросите их выслать информацию, как начать урок Библии в государственной школе. При свитер вы можете быть учителем хоть раз в неделю. Это возможно? ACLU хочет, чтобы учителя поверили, что они не могут учить о сотворении в государственных школах. Но это ложь. ACLU это Американский союз гражданских свобод. Намерением основателя было продвижение коммунизма. Это является целью ACLU, целью этой организации целью является продвижение коммунизма по всему миру. Но вы можете учить Библии. Но если учитель учит эволюции, если завтра учитель скажет детям, что мы начали с бактерии и медленно превратились в человека, не нужно быть ученым, чтобы догадаться, что это разрушит чью-то веру в Библию. И каждый учитель, разрушающий веру детей в Библию, должен знать, что Иисус сказал об этом. В Иакова 3.1 написано. Братья мои, Немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Если учителя учат неправде, им придется плохо на суде Божьем. Иисус сказал, «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской». Любому, кто учит эволюции, будет очень плохо пред лицем Бога. Они будут строго осуждены. Но так было не всегда. В 50-х годах в среднем учебнике в Америке было только 2 или три тысячи слов о эволюции. Я коллекционирую учебники. У меня есть несколько сотен. Самый старый, кажется, 1905 года. У меня есть учебники разных лет и даже разных стран. До 63 года в учебниках писалось очень мало о эволюции. В 1963 году количество слов повысилось до 33 тысяч. Есть несколько причин или предположений, почему это произошло в то время. В 1963 году в американской школьной системе перестали молиться и преподавать Библию. Кто-то помнит это время? Мадлин Охер, кстати, ее сын сейчас стал проповедником. Но в 1963 году начали возрастать сексуально полученные заболевания. Это для подростков 10-14 лет. В 1963 году начало увеличиваться число разводов. Кстати, добрачные секс и разводы идут вместе. Если вы не доверяете до свадьбы, вы не будете доверять и после свадьбы. В 1963 году повысился насильственный криминал на 1000%. Я уже не такой старый, но я помню время, когда дома не закрывали на ключ. Вы помните это время? Что случилось? И никто не забирал ключи из машины? Вы могли их потерять? Ключи всегда оставляли в машине. Говорю я правду? Так раньше было? В 1963 году повысилось количество рождения детей вне брака. Стопроцентное увеличение у подростков в 10-14 лет. Беременность увеличилась на 553%. Остальным делают аборты. Убивают. Аборт ⁇ это убийство. Мы говорим об этом на кассете номер 4, о научных причинах. После 1963 года сильно упали результаты выпускных экзаменов. Несколько лет назад пришлось упростить этот экзамен. Оценки были такими плохими, и потом после упрощения экзаменов дети выглядели умными, как и раньше. После 1963 года был замечен невероятный рост количества незамужних пар, живущих вместе в любодеянии. Но слово Бога совершенно не изменилось. Блудников же и прелюбодеев судит Бог. Евреям 30 глава. Увеличилось количество самоубийств среди подростков. Если я скажу вам, если вы поцелуете лягушку, она превратится в принца. Вы скажете, нет, лягушки не превращаются в принцев. Сколько из вас здесь женщин нашли себе мужа, целуя лягушку? Только две. Видите, очень редко. Но это происходит в учебниках. Да, мы произошли из бактерии, потом медленно мы превратились в лягушку. Вот здесь, дедушка. Потом медленно превратились в принца. Они до сих пор учат сказки, что лягушка превращается в принца. И вместо поцелуя... Сегодня у них есть новое супермагическое вещество, которое называется Миллионы и Миллиарды лет. Видите, если лягушка превращается в принца быстро, то это сказка. Но если лягушка превращается медленно, то это наука. Это чему учат студентов, не так ли? Земле нет миллиардов лет, в чем мы убедимся позже. Но они говорят детям с садика, что Земле миллиарды лет. Вот учебник четвертого класса. Много миллионов лет назад. Если вы ходите в школу, и учитель говорит, много миллионов лет назад, поднимите руку и спросите, учитель, а вы были там? Они скажут, нет, конечно, я там не был миллионы лет назад. Тогда скажите, учитель, вы знаете, что Земле миллионы лет? Или вы верите, что Земля миллионы лет. Это не то, о чем вы можете знать научно. В это можно только верить. Вы не можете это наблюдать, демонстрировать, проверять. В это можно только верить. Тогда скажут: все верят, что Земле миллионы лет. Но это неправда. Опрос показал, что 61% американцев верят, что Земля меньше 10 тысяч лет и она сотворена Богом. Только 4% атеисты я думаю что эти четыре процента должны открыть частные школы и учить эволюции тем кто хочет за нее платить и они не должны ставить свою религию в наши государственные школы также опрос показал что 55 процентов природных ученых верят в эволюцию 55 процентов большинство ученых верят в эволюцию потому что они не были на моих лекциях но это можно исправить Часто говорят, что все ученые верят в эволюцию, но это просто неправда. Много-много ученых верят в сотворение, тысячи ученых. Но проблема в том, что эволюционисты сказали, что если вы не верите в эволюцию, то вы не ученый. Поэтому они говорят, что все ученые верят в эволюцию, но они сами придумали значение слова ученый. Вот где лежит вся проблема. Но только потому, что большинство верит во что-то, это ничего не значит. Было время, когда большинство ученых верили, что Земля была центром Вселенной, и все планеты крутились вокруг Земли. Это неправда. Было время, когда большинство ученых верили, что большие камни падают быстрее маленьких. Это мы учили две тысячи лет, и это тоже неправда. Было время, когда учили, что если человек больной, у него плохая кровь. Выпусти свою кровь, и тебе будет лучше. Так умер Джордж Вашингтон. Доктора, убившие Вашингтона, не были глупыми, они были неправы. И если ваш учитель может верить, что Земле миллионы лет, не значит, что он глупый, он просто неправ. Незнание может быть исправлено, но тупость навсегда. Но не незнание. Может быть, они просто не знают. Легко показать, что Земле нет миллионов лет. Например, если вы на дне найдете сундук с золотыми монетами. И я спрошу, когда затонул корабль? Вы скажете, я не знаю. Если там есть монета 1750 года, вы должны узнать, что корабль затонул только после 1750 года. Он не мог затонуть до этого года. Кто уже догадался без посторонней помощи? Поэтому, чтобы узнать, когда затонул корабль, нужно найти не самую старую монету, а самую новую. Это и будет границей. Тогда давайте применим эту логику к ископаемым остаткам. Если вы найдете ископаемое, вот это настоящая кость динозавра. Вы сразу же заметите две вещи. Во-первых, кость не разговаривает. Тогда как можно определить возраст ископаемого? Или возраст Земли? Копните Землю и скажите мне, сколько ей лет. Для того, чтобы точно узнать возраст предмета, нужно спросить того, кто сделал предмет. В Библии говорится, что вначале Бог сотворил небо и землю, и я думаю, что Бог знает, сколько лет земле. Он ее сотворил. В Колоссянам говорится, что Иисус создал все. Потому что Иисус – это Бог всемогущий в теле. И Иисус должен знать возраст земли, потому что Он ее создал. Иисус сказал в Матфея 19.4, Не читали ли вы, что сотворивший в начале мужчину и женщину сотворил их? Между прочим, это были Адам и Ева, не Адам и Степа. В наши дни об этом нужно напоминать. Иисус сказал, что Сотворение Адама и Евы было в начале. Поэтому, если это было началом, то мы сможем узнать возраст Земли, потому что Библия говорит, что смерть пришла через грех человека. Римлянам 5. 1 Коринфянам 15. В Адаме все умирают, поэтому ничего не умирало, пока не согрешил человек. В Библии ясно говорится, что первым человеком был Адам. И в Библии говорится, что Адам жил 130 лет и родил сына Сифа. Сиф жил 105 лет и родил Еноса, Енос жил 90 лет и родил Каинана. В Библии указаны все даты. Если вы прибавите все даты и попытаетесь составить график, вот как этот, то прибавив все даты, у нас получится только 6000 лет от сотворения. Даты из Писания указывают только на 6000 лет от создания. Конечно, я не отношусь к людям, которые стараются определить точное время сотворения. Я не говорю, что это произошло 6400 года назад, 23 октября в 2 часа дня. К такому заключению прийти невозможно. Вообще-то, я думаю, что я догадался, почему Бог сотворил Адама первым. У меня нет доказательства, но я думаю, что я догадался почему. Я думаю, Бог сотворил Адама первым, потому что он не хотел, чтобы ему советовали, как это делать. Сколько со мной согласятся? Почему вы не подняли руку? М -м -м, вы умный человек. Даты Писания прибавляются к шести тысячам лет, не к миллионам или миллиардам. Кто-то не прав. В следующей части мы покажем, что Земле не может быть миллиардов лет. Если это так, тогда возникает вопрос о динозаврах. Мы говорим об этом на кассете номер три. Тогда возникает вопрос, как насчет ледникового периода, геологической колонны. Поэтому мой семинар 14 часов длины. Теперь уже 15 часов. Но мы говорим очень быстро, и мы попробуем ответить на многие вопросы в следующей части. Поэтому в следующей части мы поговорим о возрасте Земли. Большое спасибо. Мне очень приятно находиться в вашей церкви. Я слышал много хорошего о ней, и это очень приятно. Кто из вас был на моих семинарах или видел мои видеокассеты? Кто не был? И кто еще не понимает вопроса? Я был преподавателем науки в школе 15 лет, и теперь в последние 10 лет я путешествую и говорю о сотворении, эволюции и динозаврах. Я сразу говорю, что я верю в Библию как в безошибочное и вдохновенное слово живого Бога. Я верю Библии от обложки до обложки. Я даже верю обложке. На ней написано «Кен Хованд». Я верю в это. Я хочу поддержать вашу веру в Бога. На последней сессии мы говорили о большом взрыве или о большой сказке. Его не было. Теперь мы поговорим о возрасте Земли. Как я уже сказал, это не моя жена. Это только фотография. Мы живем в Пенсаколе уже 11 лет, и у нас трое детей – 20, 21 и 22 года. Планирование семьи. Мой сын Эрик уже женился, теперь у нас четверо детей. В эту среду они едут на Украину, и они будут представлять мои лекции в государственных школах и в университетах. Там, в России, на Украине. Молитесь за это. В Библии говорится «в начале». Когда было начало? Сколько лет Земле? Это очень важный вопрос. Когда было начало? Иисус сказал, что им создано все. В Колоссянам написано, что Иисус сотворил все. Значит, Он должен знать, когда было начало. Иисус сказал в Матфея 19.4, «Не читали ли вы, что сотворивший в начале мужчину и женщину сотворил их?» И поэтому началом было сотворение человека. То же самое в Марка 10.6, «В начале же создание». Мы можем узнать возраст Земли, потому что в Библии написано, что смерть вошла грехом. Ничего не умирало до греха Адама. Библия ясна, не было смерти до греха. Если ничего не умирало до греха Адама, и Адам первый человек, значит можно прибавить даты. В Библии говорится, что Адам жил 130 лет и родил сына Сифа. Сиф жил 105 лет и родил Еноса. Енос жил 90 лет и родил Кайнана, и он родил Малейлила в 70 лет даны все даты. Если вы прибавите даты, получится около 6 тысяч лет. Не миллионы или миллиарды лет. Эта таблица вот здесь. Эта таблица представляет то, чему учит Библия. Около 6 тысяч лет назад Бог сотворил все. Он сделал все за 6 дней, как он и сказал. 4400 лет назад был потоп, который уничтожил весь мир. 2000 лет назад пришел Иисус, вот мы здесь сегодня ждем прихода Господа через пять минут. Это библейское мировоззрение. Эволюционный взгляд говорит, что 20 миллиардов лет назад был большой взрыв, но неизвестно, что взорвалось. Четыре с половиной миллиарда лет назад Земля охладилась и образовала твердую кору. На камне шел дождь и превратил их в смесь, которая ожила около трех миллиардов лет назад. Эта форма жизни как-то питалась, и потом медленно превратилась во все, что мы видим сегодня. Это два взгляда на историю, только два известных взгляда. Но кто-то не прав, и мне приятно показать, кто. Но даты в Библии прибавляются к около шести тысячам лет. Эту таблицу продолжительности жизни родоначальников, которая находится снизу, можно найти в семинарном блокноте на последней странице. Но даты в Библии прибавляются к около шести тысячам лет. Не миллионам. Кто-то не прав. Я не говорю, что Земля была сотворена 6004 года назад, 23 октября, в 2 часа дня. Я не думаю, что это возможно узнать из Библии. И также я не могу этого доказать, но я думаю, что я знаю, почему Бог сотворил Адама первым. Я думаю, Бог сотворил Адама первым, потому что он не хотел, чтобы ему советовали, как этого делать. Вы согласны со мной, да? Нет, Бог, это не так. Атеисты всегда спрашивают. Я провожу много дискуссий в университетах и в школах. И кто-то обязательно меня спросит. Мистер Хованд, если у Адама и Евы были Каин и Авель, Каин убил Авеля, потом родился Сиф, на ком женились их сыновья? Они думают, я, что я не смогу ответить. Я говорю, если вы верите в эволюцию, у вас проблема намного хуже. Вы верите, что 4,5 миллиарда лет назад Земля охладилась. 4 миллиона лет назад сформировались океаны. Миллионы лет на камне шел дождь. Кипящая вода в океанах содержит сложные химикаты. Прогресс химической смеси к живущему организму очень медленный такой медленный, что он еще не начался. В этом учебнике говорится, первые самопроизводящие системы должны были произойти в этом органическом супе. Вам нужно, чтобы две клетки развились из этой смеси. Две клетки разного пола. В одном месте, в одно и то же время. Это большой мир, а клетки маленькие. И им нужно найти друг друга. У вас много проблем. У меня нет проблем, потому что Библия говорит, что Адам жил 800 лет после рождения Сифа и родил сыновей и дочерей. Э, сколько детей можно иметь в течение 800 лет? Э, немало, правда? Поэтому во время первого поколения они женились на сестрах. Вы скажете, женились на сестрах? Во-первых, у них не было выбора. Во-вторых, кому бы вы пожаловались? в третьих запрещающий это закон появился только две с половиной тысячи лет спустя когда бог запретил жениться на сестрах. До этого не было деформированных хромосом и не было деформированных детей потому что все передается по наследству даже дети наследственны если у ваших родителей нет детей у вас тоже не будет М -м, не думали об этом подумайте Люди говорят, жениться на сестрах нельзя из-за генетического сходства. Адам женился на своем ребре, а вы говорите о сходстве ген? Это не было проблемой в первом поколении. Между прочим, когда вы построите график, вы заметите интересные вещи. Вы знаете, что Адам жил достаточно долго, чтобы знать своего пра-пра-пра-правнука? Отец Ноя знал Адама. 56 лет. Вы можете представить себе, как родственники собирались вместе в те времена? Все садитесь на верблюда, мы поедем к нашему прапрапрадедушке Адаму. Он нам расскажет, как было в Эдемском саду, пока первая женщина не съела первого мужчину из рая. Или что там произошло. Также вы знаете, что Ной жил после потопа долгое время. Он жил долго после потопа. Сын Ноя Сим жил достаточно долго, что он мог знать Авраама, Исаака и Иакова. Вы этого не заметите, пока вы не построите такой график. Я думаю, что они могли знать допотопную историю. И рассказывали о том, как было до потопа. Может быть, поэтому сегодня много легенд о Казевсе или Торне, но об этом мы поговорим в другое время. В учебниках говорится, что Земле миллиарды лет. Иисус говорит, что творение Адама было началом. Обманывал ли Иисус? Сколько лет земле? Учебника, как говорится, 3,5 миллиона лет назад что-то произошло, миллионы лет назад, 4,5 миллиарда лет назад. Учебники наполнены этим в этом городе? Кто же прав? Даже некоторые христиане говорят, что Земле миллиарды лет и что Бог использовал эволюцию? Как-то раз ко мне подошел человек и сказал, «Вы не согласны с христианами, которые верят, что Земля миллионы лет, и что Бог использовал эволюцию? Вы не согласны с нами?» Я сказал, «Да, я не согласен». Он спросил, «Почему?» Я сказал, «Если ваш Бог использовал эволюцию для создания, тогда у вас тупой Бог». Мой Бог сделал это с первого раза. Он не практиковался, не использовал эволюцию и смерть. Он сделал все за шесть дней и сказал, как он это сделал. Он не обманул. Поэтому у вас другой Бог. Но почему нас интересует возраст Земли? Правдоподобность Иисуса под вопросом. Он цитировал из Бытия 25 раз. Он верил в Бытие? Правдоподобность всей книги Бытия под вопросом? Вообще-то вся Библия под вопросом. Почти каждая книга Библии ссылается на книгу Бытия. Тема возраста Земли – очень важная тема. Иисус сказал, если бы вы поверили Моисею, вы бы поверили Мне. Он писал про Меня. Есть много научных путей определения возраста Земли. Например, на прошлой неделе газеты объявили, что население уже составляет 6 миллиардов человек. В 1985 году в мире было 5 миллиардов человек. Если вы не знаете, что такое миллиард, не волнуйтесь. Конгресс тоже не знает. Но миллиард — это много. В 18 столетии на планете проживал только 1 миллиард людей. Миллиард это много. Все соглашаются, что в 18 столетии был миллиард людей. Учебники учат этому. И никто не спорит, что население растет очень быстро. Но Земля не переполнена. Все население мира, 6 миллиардов человек, может вместиться в городе Джексонвилл, штат Флорида, дважды. В городе свыше 8,5 миллиардов квадратных метров. Мир не переполнен. Вы проезжали по Канзасу, Техасу или Аляске? Мир не переполнен. Много места. Много неисследованной и незаселенной территории. Если возле вас мир перенаселен, переедьте. Когда здесь был Иисус, на земле проживала четверть миллиарда людей. 250 миллионов. Интересно, согласно кривой населения, выглядит, что все началось около 4400 лет назад. В Библии говорится, что 6000 лет назад Бог сотворил небо и землю. 4400 лет назад был потоп, от которого спаслись только 8 человек на ковчеге Ноя. Начиная с 8 человек, население мира может составить 6 миллиардов человек за несколько тысяч лет. Но если вы верите в эволюцию и вы думаете, что человек живет 3 миллиона лет, тогда появляется проблема. То за 3 миллиона лет население должно составлять 75 тысяч человек на 1 квадратный сантиметр. Тогда Земля была бы переполнена. Поэтому население ясно показывает, что Земле нет миллионов лет. Кстати, кто слышал о новом мировом порядке? Буш, Клинтон, эти люди хотят одно государство. Новый мировой порядок. Цель нового мирового порядка – снижение уровня населения до половины миллиарда. К 2000 году. И сказал Господь Бог змею в Эдемском саду. Ты будешь ползать и есть праг всю жизнь. И сказал, вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову. Дьявол знает, что когда-то семя женщины поразит его в голову. Но он не знает, кто это будет, поэтому он старается уничтожить каждого живого человека. Помните, когда они хотели убить Иисуса в Вифлееме? Что они сделали? Убили всех детей? Сатана не знает, кто поразит его в голову, поэтому он старается убить каждого живого человека. Помните, когда он предложил Иисусу царство? Поклонись мне, я дам тебе царство. Сатана предложил царство многим людям, и некоторые согласились. Некоторые супербогачи подумали, что было бы неплохо уменьшить население. Жак Кустос сказал: Мы должны ликвидировать 350 тысяч человек ежедневно. Чтобы спасти планету, конечно. Люди это причина всех проблем. Людей слишком много, нам нужно избавиться от некоторых. В мире существует рак, и рак это человек. С этим нам приходится сталкиваться. Бог сказал, плодитесь и размножайтесь. Сатана говорит, убейте всех. Тед Тернер сказал, общее мировое население в 250 или 300 миллионов людей на 95% меньше нынешнего уровня было бы идеальным. Хорошо, Тед, ты первый. И захвати с собой свою жену тоже. Кстати, Тед является президентом новостей CNN. Принц Филипп сказал, если бы я смог первоплотиться, я бы вернулся на Землю как вирус-убийца, чтобы снизить уровень населения. Ого! Если вы посетите Альбертон в Джорджии, там в 10 километрах находятся камни-путеводители Джорджии. На камнях-путеводителях на 8 языках написаны 10 заповедей новой эры. Вот фотография этих камней. На восьми языках в первой заповеди говорится ⁇ Сохраняйте человечество на уровне половины миллиарда ⁇ Извините, полмиллиарда? Сегодня уже 6 миллиардов? Да, они хотят уменьшить население до 5 мая 2000 года. Духи путеводители сказали этим людям, этим людям богачам, это люди, которые ничего не делают, только сидят. Демоны, которые называют себя духами-путеводителями, сказали, что им нужно уменьшить человеческое население до 5 мая, потому что это день рождения Маркса, и в этот день мы войдем в век Водолея. Вы слышали о Водолее? Эти люди изучают звезды, гороскопы и другие глупые вещи, и они говорят, что 5 мая мы войдем в век Водолея, и человек начнет развиваться духовно, и мы станем богами. Они верят в это? И цель уменьшить население до 5 мая 2000 года. И может быть компьютерная проблема и будет шагом к этому. Нам остается подождать и посмотреть. Но они хотят уменьшить население до половины миллиарда. Но факты говорят, что Земле нет миллиардов лет. Давайте посмотрим на другие научные факты. Галактики — это звезды, которые крутятся большими группами. Внутренние звезды крутятся быстрее внешних. Если бы галактикам были миллиарды лет, то на них не было бы спиральных концов. И существование спиральных галактик доказывает, что им нет миллиардов лет? Никак. В учебниках говорится, что красные звезды медленно превращаются в белых карликов. Для этого нужны сотни тысяч, если не миллиарды лет. Они говорят, что красные звезды медленно превращаются в карликов. Я этому не верю. Все древние астрономы говорят, что Сириус была красной звездой. Сириус — это яркая звезда, не считая планет. Сириус была красной, сегодня Сириус — это белый карлик. Прошло две тысячи лет, но в учебниках говорится, что для этого нужно сто тысяч лет. Мы уже знаем, что это неправда. Некоторые планеты очень быстро охлаждаются, теряют свое тепло. Но всегда терять тепло невозможно. Если вы увидите на столе чашку кофе, и я вам скажу, не трогайте, он горячий. Вы спросите, чей это кофе? Я скажу, о, я не знаю, это уже здесь стоит 400 лет. Трудно поверить. И они хотят, чтобы я поверил, что планета миллионы лет, но они до сих пор охлаждаются. Вокруг Сатурна есть кольца, но они нестабильные и удаляются от планеты. Сатурн теряет кольца. Им всего несколько тысяч лет. Не миллионы лет. И если Вселенная миллиарды лет, почему вокруг Сатурна до сих пор находятся кольца? Почему Луна Юпитера Ганимед горячая? Доказывая, что ей нет миллиардов лет. Факты из космоса опровергают, что Вселенная миллиарды лет. Луна крутится вокруг Земли. Кто уже знал об этом? Но вы знали, что Луна медленно удаляется от Земли. Мы медленно теряем Луну. Всего лишь несколько сантиметров в год, не о чем беспокоиться, все равно вы ничего не измените. Но Луна удаляется от Земли каждый год. Дети, это будет очень сложно, поэтому слушайте внимательно. Луна медленно удаляется от Земли. Это значит, что раньше она была ближе. Кто уже разобрался без посторонней помощи? 5, 6, 7, 8. Но если Луну приблизить к Земле, получится беда, так как Луна является причиной отливов и приливов. Если Луна была бы ближе, то приливы и отливы были бы намного сильнее из-за закона обратной пропорциональности. И несколько миллиардов лет назад Луна была бы так близка к Земле, что приливы покрывали бы всю Землю два раза в день. Но вы можете утонуть только один раз в день. У меня в офисе есть иллюминатор космического корабля. Прямо у меня в офисе. Но он сильно поцарапан, потому что космос полон пыли. И на большой скорости иллюминатор царапается. Ученые беспокоились о пыли в космосе. В 1950-х годах они пытались подсчитать, сколько пыли на Луне. Пыль оседает на вещах, образовывая слой пыли и Луна движется в космосе, который полный пыли. Они думали, что каждых 10 тысяч лет оседает 2 сантиметра пыли. И они думали, что на Луну невозможно будет приземлиться. В 1955 году Литлтон сказал, что на Луне может быть несколько километров пыли. Исаак Асимов в 1959 году до полета на Луну сказал, «Я представляю себе, как первый космический корабль выберет подходящее место для посадки, медленно опустится хвостом вниз и величественно утопая исчезнет. Он думал, что корабль утонет в пыли? В детской книжке написано, на Луне нет ничего, кроме пыли. Пыль, пыль, пыль. Слой пыли. Поэтому были построены громадные посадочные подушки с широкими подножиями для равномерного распределения веса. Людям, работающим над производством рюкзаков, было сказано, чтобы они сделали пылеустойчивые рюкзаки в случае погружения в пыль. Даже спускная лестница была укорочена на 30 сантиметров. Все они ожидали, что на Луне будет много пыли, и астронавты утонут в пыли. Но когда они приземлились на Луну, они, конечно, увидели, что там было около 1 сантиметра пыли. И христиане спросили эволюционистов, «Где вся пыль?» А то, если этого не сказали... Но я думаю, что они подумали, баптисты все почистили, чтобы мы остались в дурачках. Но им не нужно помогать, они и так уже глупые. На Луне меньше сантиметра пыли. И если Земле много миллионов лет, где вся пыль? Поэтому на Луне оставили пластины собирания пыли. По появлению пыли было определено, что за 1 миллион лет собирается только около 6 сантиметров пыли. Но это все же составляет 345 метров за 4,5 миллиарда лет. И поэтому пыль на Луне это очень важный факт. На Луне нет достаточно пыли, чтобы Луне были миллиарды лет. И я думаю, что это очень важный аргумент. В космосе летают кометы. Кометы постоянно теряют материал. Солнечный ветер и солнце постоянно обжигают комету, и она оставляет сзади себя хвост. Но всегда терять невозможно. Скоро она исчезнет. Если вы только тратите деньги, скоро у вас не будет денег вообще. И кометы постоянно теряют материал. Поэтому продолжительность жизни комет меньше 10 тысяч лет. Но тогда возникает вопрос. Если Вселенной миллиарды лет, почему в космосе до сих пор летают кометы? На интернете появились уже 4 антихованские веб-сайта, один человек посвятил целую веб-сайт против меня. Он говорит: Вы не можете использовать аргумент комет. В 1950 году голландский астроном Ян Орт предположил, что крупная сферическая оболочка из комет существовала на дальних границах нашей Солнечной системы. Он сказал, что это облако орта находится на расстоянии 50 астрономических единиц. Но есть проблема. Никто не видел облачность Орта. Орт не видел облачность Орта. Это воображение. Вообще-то было доказано, что облачность не существует. По этому поводу была опубликована целая статья. Облачности Орта не существует. Но Матсон на интернете сказал, «Извините, но если вы хотите использовать этот аргумент, то вам придется доказать, что облачность Орта не существует». Извините, но как доказать несуществование чего-то? с чего начинать. Но я скажу, что если он хочет за мои налоги учить детей, что Земле миллиарды лет, то он должен доказать, что облачность существует. Доказать должен он, а не я. У нас есть кометы, это факт. Они долго не живут, это факт. Библия говорит, что Земле 6 тысяч лет, это тоже факт. И все соответствует друг другу, это тоже факт. Все остальное это воображение. В Библии написано «Слава твоя простирается превыше небес». В псалмах написано ⁇ Когда взираю я на небеса твои ⁇ Заметьте, что здесь написано ⁇ Когда ⁇ не если ⁇ Когда-нибудь выключите телевизор, видеомагнитофон, плеер и выйдите и посмотрите на небеса. Посмотрите на то, что сделал Бог вместо того, что сделал человек. Псалмопевец сказал ⁇ В мыслях моих возгорелся огонь ⁇ Это значит, что он размышлял. Мы проводим все наше время, развлекаясь, но нам необходимо остановиться и поразмышлять. Нам нужно развлекаться, не развлекаться, а потратить время и поразмышлять. В мыслях моих возгорелся огонь. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах твоих, рассуждаю о делах рук твоих. Псалмопевец размышлял, а что делаем мы? Развлекаемся. Есть целые парки, где можно развлекаться, но в Библии написано другое. В Псалмах говорится: Когда взираю я на небеса твои, дела твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его? Можно узнать человека, взирающего на небеса. Ему все равно, что сделал человек. Это его не впечатляет. Родители, вам это может не понравиться, но некоторые из вас должны посмотреть в комнату своих детей. Если их стены увешаны плакатами атлетов, вещей, которые сделал человек, их не учат взирать на небеса. Их учат взирать на человеческое. У них неправильная перспектива жизни. Не имеет значения, кто попал в кольцо или забил гол. Это не имеет значения. Но важно то, что сделал и делает Бог, что есть человек, что ты помнишь его? Библия говорит, побеседуй с землею и наставить тебя. Все же сколько лет земле? Вокруг земли находится магнитное поле. Но магнитное поле слабеет. Земля теряет магнитную силу. Это, конечно, значит, что Земле нет миллиардов лет. Земле не больше 25 тысяч лет по магнитным законам. И что датирование углеродом не работает больше, чем на несколько тысяч лет. Мы говорим об этом на кассете номер 7. Некоторые люди говорят, что существуют магнитные противоположности. Извините, магнитных противоположностей на Земной коре нет. Что случилось, так это 20 лет назад определили, что на океанском дне есть места слабого и сильного магнетизма. На графе это выглядит как синусоидальная волна. Кто-то прямо на середине провел линию и сказал, что все под линией противоположно. Большая ошибка. Вот где проходит настоящая линия. Магнитных противоположностей не существует. На Земле нет места, где бы компас вместо севера показал на юг. Это места сильного и слабого магнетизма, но не противоположностей. Мы говорим об этом на кассете номер 6 «Теория Хованда». Еще несколько фактов. Земля вращается. Мы вращаемся вокруг оси. Кто уже знал об этом? Мы крутимся. Земля вращается со скоростью около 625 км в час на экваторе. Но скорость замедляется на одну тысячную секунды каждый день. В этой статье говорится, что вы должны прибавить секунду к часам. День обычно используют как измерительную единицу, но день удлиняется на тысячную долю секунды, так как вращение Земли замедляется. В 1992 году астрономический журнал объявил, что вращение Земли замедляется июнь будет на одну секунду длиннее нормального. У нас будет высокосная секунда. <с> многие слышали про высокосный год, но немногие о высокосной секунде. Вы знали, что теперь у нас каждых полтора года есть высокосная секунда, так как Земля замедляется? Ребята, это будет сложно, поэтому слушайте внимательно. Земля крутится, но она замедляется. Это значит, что раньше Земля крутилась быстрее. Если Земле только 6000 лет, согласно Библии, тогда нет проблем. Земля крутилась быстрее во время Адама, они бы не заметили этого, у них не было часов. Но кто-то хочет, чтобы я поверил, что Земля миллиарды лет, тогда появляется проблема. Несколько миллионов лет назад Земля крутилась бы очень быстро. Дни были бы очень короткими, Ночь, день, ночь, день, ночь день. Была бы ужасная центробежная сила. Ветры были бы 8000 км в час, благодаря эффекту Кориоласа. И вы думаете, что дин динозавры жили 200 миллионов лет назад? А я знаю, что с ними случилось. Их снесло. Нет, они не жили 200 миллионов лет назад. Извините, но это просто неправда. В пустыне Сахаре господствуют преобладающие ветры. Обычно они дуют в одну сторону. Но появляется проблема. Горячий ветер пустыни осушает деревья на краях пустыни, и они погибают. Это причиняет рост пустыни. Этот процесс называется опустыниванием. Пустыни растут. Сахара только 2080 километров с севера на юг. Подождите, она увеличивается на 6 километров каждый год. Недавно было объявлено, что Сахаре около 4000 лет, основываясь на обширном изучении роста пустыни. Но если Земле миллиарды лет, почему нет большей пустыни? Почему самой большой пустыне мира меньше 4000 лет? Э, у меня есть теория по этому поводу. Я верю, что около 6000 лет назад Бог сотворил небо и Землю. 4400 лет назад был потоп. Э, трудно иметь пустыню под водой, поэтому пустыня не начала расти, пока земля была покрыта водой. Поэтому я предсказываю, что самой большой пустыне должно быть меньше около 4000 лет. О, так оно и есть. Удивительно. Вы знаете, что под землей находится нефть? Эта нефть находится под огромным давлением, которое достигает 1300 атмосфер на 1 квадратный сантиметр. 1300 атмосфер. Изучая камень над нефтью, ученые сказали, что при таком давлении камни должны расколоться в течение 10 тысяч лет. Тогда у меня появляется вопрос. Два вопроса. Откуда появилась нефть? Почему она до сих пор под землей? И во-вторых, почему нефть давление у меня есть теория на эту тему вот моя теория я верю что около шести тысяч лет назад бог сотворил небо и землю 4400 лет назад был потоп во время потопа утонуло множество людей и животных все согласны что нефть состоит из организмов изменившихся под большим давлением вы знаете что ученые могут взять тонну мусора и превратить ее в нефть за несколько минут компания sinclair использует динозавра для рекламы они говорят, что динозавры превратились в нефть на протяжении миллионов лет. Нет. Я думаю, что 6000 лет назад Бог сотворил небо и землю. 4400 лет назад был потоп, в котором утонули все люди и животные. И под большим давлением камней, песка, гравия и грязи они превратились в нефть. И поэтому нефть состоит из утонувших людей и животных. Если вы подумаете об этом, вы приехали сюда на ваших предках. И в следующий раз на заправке не забудьте сказать «Прощай, дедушка». Надо было послушать Ноя. Он сказал, что пойдет дождь, дедушка. Когда я был в Денвере, ко мне подошли несколько человек и сказали «Мистер Хован, мы работаем в Национальной Денверской лаборатории». Они предложили мне пойти на экскурсию. Они привели меня в громадный фризер, Минус 37 градусов. У меня флоридская кровь, вам может ничего, а мне было холодно. Это люди, которые бурят скважины на северном и южном полюсах, чтобы установить возраст льда. У них в Денверской лаборатории есть образцы льда. В этой статье написано, что самая глубокая скважина 3300 метров. И на образце находятся годовые кольца. 135 тысяч таких колец. И эти люди показали мне ледяные сердцевины. Они сказали, что они просверливают скважины во льду вот такой машиной и достают образец, как это делают в Гренландии и, в Южном, и на Южном полюсе. Здесь вы можете видеть кольца. Темный, светлый, темный, светлый, темный, светлый. Они сказали, что летом верхний слой тает, образует воду и перезамерзает в прозрачный лед. Зимой снег не тает и превращается в белый лед. Поэтому эти слои, темный и слой белый, слой темный белый, означают 135 тысяч раз лето-зима, лето-зима. И тогда они мне сказали, как вы можете говорить, что Земле только 6 тысяч лет? Мы можем доказать, что Земле 135 тысяч лет. И я сказал, не предполагаете ли вы, что это годовые кольца? Видите, они не знали о потерянной эскадрилии. Во время Второй мировой войны несколько самолетов приземлились в Гренландии, у них кончилось горючее. И о этих самолетах забыли. Но в 90-м году один человек решил заправить самолеты, смахнуть с их крыльев снег и забрать их оттуда. Но все оказалось не так просто. Эти самолеты находились под льдом. Очень глубоко под льдом. Самолеты находились на глубине 75 метров под льдом за 48 лет. Подождите, давайте посчитаем. 75 поделить на 48 равняется около полтора метра в один год. И самая глубокая скважина 3300 метров, что составляет около 2100 лет. Не 135 тысяч лет. И чем глубже, тем тоньше слои, я это понимаю. Поэтому 4400 лет вполне разумный срок для накопления льда но я решил поговорить с человеком, который достал самолеты. Они просверлили скважину и по частям вытащили самолет. Этого человека зовут Боб Кардин. Вот номер его телефона. Я спросил его, Боб, когда вы вытаскивали самолет, вы заметили над самолетом темные и белые слои льда? Он сказал, конечно, я заметил. Я сказал, а сколько их было там? Он сказал, много сотен. Я сказал, Боб, как там может быть много сотен годовых колец за 48 лет? Он сказал, это никакие не годовые кольца, это не зима лета, это тепло-холодно, тепло-холодно. Таких может быть 10 за один день. Но до сих пор в журнале «Научная Америка» в 1990 году их называют годовыми кольцами. Или же автор невежественный, необразованный человек, или же он обманывает. Я беспокоюсь, что в наших учебниках больше не учат о науке. Эти – это книги о эволюции. Они хотят, чтобы дети поверили этой теории. Еще несколько фактов. Река Миссисипи приносит много осадков. Вообще-то она приносит около 80 тысяч тонн грязи каждый час. Все это впадает в Новый Орлеан. Дельта увеличивается. После изучения дельты ученые сказали, что нужно около 30 тысяч лет для накопления грязи. Хорошо, но у меня появился вопрос. Если Земле миллиарды лет, почему весь Мексиканский залив еще не заполнен грязью? Тогда они скажут, дайте 30 тысяч лет, Библия учит, что Земля 6 тысяч лет, и это опровергает Библию. Нет, нет, у меня есть теория по этому поводу. Я верю, что около 6 тысяч лет назад Бог сотворил небо и землю. 4400 лет назад был потоп, когда сходила вода, то половина дельты была заполнена в течение 20 минут. Кажется, что для этого нужно 30 тысяч лет, но нет. 4400 лет. Они забыли о потопе. Вот фотография самого старого дерева в мире. Древнейшее дерево находится в Южной Калифорнии. Этому дереву 4300 лет. Самый старый организм Земли. Очень старое дерево. Но у меня появился вопрос. Если Земля миллионы лет, почему нигде нет более старого дерева? Почему самому старому дереву только 4300 лет? У меня есть теория. Я верю, что около 6000 лет назад Бог сотворил небо и землю. 4400 лет назад был потоп. Я предсказываю, что самому старому дереву должно быть меньше 4400 лет. О, так и есть? Может быть, Библия права? Вот фото фотография кораллового рифа. Самый большой коралловый риф находится в Австралии. Великий риф Барьер. Мне позвонили и спросили, хочу ли я представить мой семинар в Австралии. Я согласился. Я поехал в Австралию и посетил Коралловый риф. Там было прекрасно. Вы знаете, во время Второй мировой войны часть рифа была разрушена кораблями, якорями и бомбами. И экологи решили проверить, как быстро растет этот риф. Они наблюдали за рифом 20 лет. Это была государственная работа. После наблюдения они подсчитали, что риф уменьшит 4200 лет. Это очень старый риф. Но у меня есть вопрос. Если Земле миллиарды лет, почему где-то нет больших рифов? Почему самому старому рифу только 4200 лет? У меня есть теория по этому поводу. Я верю, что 6000 лет назад Бог сотворил все, как написано в Библии. 4400 лет назад был потоп. После потопа вода сошла. Континенты стабилизировались, и риф начал расти снова. И самому старому рифу должно быть около 4000 лет. Так и есть. Я думаю, Библия права. Вот фотография Ниагарского водопада. В учебнике написано, вот здесь, каменный выступ над Ниагарским водопадом размывается на протяжении 9900 лет. Как они знают об этом? Потому что камни обрушиваются с края водопада. Так происходит с любым водопадом. И поэтому водопад размывает почву. и поэтому почва иногда обваливается, и Ниагарский водопад движется назад. Он движется назад полтора метра в год, соответственно, музейному руководству. Но вы знаете, что под водопадом находится ущелье или Большой каньон. Это ущелье 12 километров длины. Если вы разделите 12 километров на 1,5 метр, то получится 9900 лет, это правильно. Но у меня есть вопрос. Ниагарский водопад вот здесь, но он был севернее. Река течет на север, водопад движется на юг. Если ему миллионы лет, то почему он еще не у озера Эри? Почему Ниагарский водопад находится именно там? Э, у меня есть теория по этому поводу. Я верю, что 6 тысяч лет назад Бог сотворил небо и землю. Как говорит Библия, 4400 лет назад был потоп. Когда вода стекала после потопа, в течение первых 10 минут половина залива была размыта. Выглядит, что для этого нужно 10 тысяч лет, но они забыли потоп. Это произошло за 4400 лет. Когда идет дождь, то 30% воды поступает в океаны. И эта вода приносит с собой минеральные соли. Испарение забирает пресную воду и оставляет соленую в океанах. И поэтому океаны приобретают соль каждый день. Но сегодня в океанах 3,6% воды. Это могло произойти за меньше чем 5000 лет. Если Земле миллиарды лет, почему в океанах нет больше соли? Как-то раз атеист меня спросил. Мистер Хован, вы говорите, что 4400 лет назад был потоп? Я сказал да. Он сказал, скажите мне, как выжила пресноводная рыба? Я сказал, не предполагаете ли вы, что при потопе была соленая вода? Он сказал, сегодня же в океанах соленая вода? Я сказал, это сегодня, и вода становится более соленой каждый день? Я думаю, что при потопе вода была пресной. Тогда он сказал, как выжила морская рыба? Я сказал, тогда, наверное, такой рыбы не было. Он сказал, но ну, в океанах полно рыбы? Я сказал, да, это сегодня. Что произошло, так некоторые животные и рыбы адаптировались к соленой воде. У адаптации нет ничего общего с эволюцией. Абсолютно ничего. Сегодня есть пресноводные и морские аллигаторы. И я думаю, что у этих аллигаторов, наверное, был общий предок. Аллигатор. Тогда он сказал, это же эволюция. Я говорю, нет, вы запутались. Изменение от пресноводного аллигатора к морскому аллигатору очень незначительно по сравнению с тем, с тем, во что верите вы. Вы верите, что камни превратились в аллигаторов? Это будет большое изменение. Вы когда-нибудь были в пещере и где гид говорил: «Не трогайте сталактиды, они формируются миллионы лет». Вы слышали что-то подобное? Они говорят, что пещера нью мексико была сформирована на протяжении 250 миллионов лет. Они говорят, что нужно 500 лет для формирования одного сантиметра. Нет, это неправда. Вот летучая мышь, покрытая камнем перед тем, как она сгнила. Не думаете ли вы, что мышь сгнила бы раньше нескольких тысяч лет? Вот метровые сталактиды на памятнике Линкольну, построенному в 1922 году. И, кстати, вот а 5-сантиметровые сталактиды на сарае в Пенсаколе, штат Флорида. Вот шахта закрыта 55 лет назад. При открытии шахты в ней обнаружили множество сталактидов и сталагмитов, образовавшихся за 55 лет. Вот два человека для сравнения. В штате Вайоминг у одного человека на земле был источник, бивший из земли. И он воткнул трубку, чтобы вода поступала наверх и стекала по сторонам. Это произошло в 1903 году. Когда вода стекала, часть воды испарялась и оставляла минеральный осадок. Может вы видели ржавчину на умывальнике, откуда капает вода? Потом человек умер и за трубку забыли. Вот как она выглядит сегодня. Около 100 лет спустя. Громадное каменное формирование. Когда идет дождь, почва с гор смывается в океаны. И происходят две вещи. Горы размываются и океаны наполняются осадками. При нынешней скорости размывания континенты должны были бы размыться совершенно за 14 миллионов лет. Происходят оползни, обвалы, скольжения. Скользит Земля наверх или всегда вниз? Всегда вниз, правда? Тогда почему ископаемые в 300 раз старше 14 миллионов до сих пор находятся над уровнем моря? Невозможно. Простым фактом является то, что Земля молодая. Подавляющее доказательство подтверждает, что Бог сотворил все 6000 лет назад, как Он и сказал. Но я вам скажу, что меня беспокоит о вопросе возраста Земли. Если христианин начинает верить, что Земле миллиарды лет, это разрушит его веру в Библию. Так случилось с Краффордом Тоем. Вы, наверное, никогда не слышали о Краффорде Тое. Он был известным профессором Южной Баптистской семинарии. Это был умный человек. Он любил Господа и Библию. Он жил в конце 18-го столетия. И это была проблема, так как в конце 18-го столетия многие учили, что Земле много миллионов лет. Краффорд думал, что ученые уже доказали возраст Земли, и он начал сомневаться в Библии. У него было много трудностей. Он чуть не женился на известной южно-баптистской миссионерке в Китае Лотти Мун. На одном из своих уроков Краффорд сказал – Библия учит о шестидневном творении. В этом месте Библия просто заблуждается. А Библия ошибается? Краффорд, может твоя теория ошибается? Краффорд, может тебе промыли мозги? Промыть мозги очень легко. Завтра в школах будут обмануты миллионы детей. Миллионы. Учитель садика или школы завтра скажет. Сегодня, дети, мы почитаем о доисторических животных. И на первой странице книжки будут нарисованы динозавры. В первом предложении будет написано ⁇ Миллионы лет назад ⁇ Правда? Вы думаете, есть такие книги в библиотеке в этом городе? И если они верят в это, то им промыли мозги? Хотя даже они еще не умеют читать. Их учат сомневаться в Библии до того, как они могут ее прочитать. Это называет Иисуса обманщиком. Иисус сказал, что создание Адама было началом. В этой детской книжке говорится не тысячи лет, не миллионы лет, миллиарды лет. Иисус сказал, что создание Адама было началом. Обманывал ли он? Кто-то не прав. Завтра в этом городе сотням детей и учителя скажут, что мы были бактерией. Потом мы медленно превратились в амебу. Потом медленно эта амеба стала человеком. Эволюция. И это разрушит веру детей в Библию. Библия говорит, смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Если ваш ребенок будет ходить в такую школу 15 или 20 лет, каким будет его взгляд на мир? Он поверит в эволюцию. Дьявол знает, что если верно творение, то существует Создатель. Если верна эволюция, то создателя нет. Если верно творение, существуют правила, плохо и хорошо. Если верна эволюция, то правил нет. Если верно творение, существует смысл жизни. Если верна эволюция, в жизни смысла нет. Если верно творение, человек это падшее существо, и он нуждается в Спасителе. Но если верна эволюция, мы не падшее существо, нам не нужен Спаситель спасать от чего? Если верна эволюция, объясните мне, что такое грех? Что правильно или что неправильно? Что неправильно? Все правильно? Один профессор сказал, нет ничего абсолютного. Я спросил его, вы абсолютно уверены? Если верно творение, то человек принес смерть в мир. И смерть это ужасная вещь. Смерть это проклятие. Но если верна эволюция, то смерть принесла человека в мир. И смерть это чудесная вещь. Это как мы продвигаемся вперед. Один вид развивается, другие умирают. Низшие умирают. А лучшие преуспевают, низшие умирают. На этом основана эволюция? На этом основана гитлеровская Германия? Лучшая раса выживает? Все остальные должны быть уничтожены. Та же философия. Если верно творение, есть жизнь после смерти. Если верна эволюция, нет жизни после смерти. Если верно творение, вы можете знать будущее. Вы можете знать, куда вы попадете, но не с эволюцией. А вы знаете ваше будущее? Куда вы идете? Вы идете на небо? Вы скажете, брат Хован, если Земле только 6000 лет, когда жили динозавры? Мы поговорим об этом попозже. Жили они до 900 лет? Да, они жили. Но давайте предположим, что люди нового мирового порядка достигнут своей цели. Предположим, что они сократят мировое население до полмиллиарда в следующие 6 месяцев. Предположим, что мы погибнем. Где вы будете? Вы будете мертвыми долгое время. Когда-то и я умру. Я постараюсь, чтобы это было моим последним делом, но это случится это случится с вами тоже, куда вы попадете. Если вы не уверены, что вы спасены, вам нужно отдать свое сердце Иисусу. И если вы спасены, вы должны делать что-то для Господа. Займитесь и приведите кого-то ко Христу. Спасибо за просмотр этой видеокассеты. Если у вас появились какие-то вопросы, позвоните или напишите, мы будем рады помочь. Мы хотим поддержать вашу веру в Библию. На этой кассете мы говорили о возрасте Земли. Интересно узнавать о сотворении и эволюции, но намного важнее это знать, что вы попадете на небо. Если вы не приняли Иисуса или не уверены, что вы попадете на небо, я хочу рассказать, что говорит Библия о том, как попасть на небо. Вы не обязаны делать, что говорит Бог, но вы должны знать, что нужно делать. Когда я учился в школе, я ходил во многие церкви. Но я не был уверен, что я иду на небо. Я не был спасен. И когда однажды мой друг спросил меня, Кент, ты попадешь на небо? Я сказал, я не знаю. Он сказал, хочешь, я возьму Библию и покажу, как можно узнать. Я сказал, да, я хочу узнать. Он показал мне три стиха, и впервые в жизни я понял, чего хочет Бог. В Римлянам 3:23 написано потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Все грешники. Мой друг сказал, Кент, ты грешник, ты делал плохое. И Библия говорит, что все грешники, одних уже других в человеческих глазах, но перед Богом один грех делает вас грешником. Если вы нарушили хоть один из законов, то вы являетесь грешником. В Римлянам 6.23 написано, Ибо возмездие за грех ⁇ смерть. Возмездие ⁇ это то, что мы заслуживаем. И за грех вы заслуживаете смертельное наказание. Вы заслуживаете умереть и пойти в ад. Но Бог не хочет, чтобы вы пошли в ад. Чтобы быть справедливым, Бог должен всех, кто согрешил, послать в ад. Но Бог придумал выход. Иисус Христос умер на кресте, чтобы заплатить за ваши грехи и теперь вы можете принять, что он уже сделал для вас. Поэтому его смерть платит за ваш грех. Мой друг сказал, что я заслуживаю умереть и пойти в ад. Но он сказал дальше, продолжение стиха, «А дар Божий – жизнь вечная во Иисусе Христе Господе нашим». Вечную жизнь нельзя получить через церковь, через крещение, через хорошую жизнь. Ее можно получить только через Иисуса Христа – мы получили от наших родителей бесплатный дар физической жизни. Кто-то прошел через боль, заплатил деньги, чтобы мы могли получить жизнь. Рождение занимает несколько минут, но возрастание берет долгое время. И рождение в семью Бога занимает несколько минут. Но возрастание в семью Бога занимает много времени и усилия, как чтение Библии, посещение церкви, молитва. Они помогают стать хорошим христианином, но они не делают из вас христианина. Стать христианином можно только, если кто-то сделает за вас работу, если Христос войдет в ваше сердце и сделает из вас нового человека. В феврале 69 года мой друг сказал, «Кент, ты грешник. Соответственно, Библии ты заслуживаешь умереть и пойти в ад». Он сказал, «Но Бог хочет дать тебе подарок, вечную жизнь. Ты заслуживаешь вечную погибель, Бог хочет дать тебе вечную жизнь». Я сказал, как можно получить этот подарок? Он сказал, в Римлянам 10.13 написано, «Ибо всякий, любой, кто призовет имя Господне, спасется». Заметьте, здесь не говорится «может спастись», здесь говорится «спасется». Каждый, кто принимает Иисуса Христа, призывает имя Его. В первой главе Иоанна говорится, что если вы принимаете Его, то вы становитесь Его детем, Сыном Бога, в третьей главе Иоанна говорится, что вы должны родиться свыше. Все взаимосвязано. Когда вы принимаете Иисуса как вашего спасителя, принимаете его в свое сердце, когда вы принимаете то, что Он сделал для вас, вы становитесь Детем Бога. Вы получаете новое рождение. И это занимает всего несколько минут, чтобы сказать Иисус, я грешник, прости меня. В феврале 69 -го года я сказал: Иисус, я грешник. Я знаю, что ты умер за меня на кресте. Прости меня. Я хочу, чтобы ты жил в моем сердце. Спаси меня и сделай из меня нового человека. Тогда я принял Христа как Спасителя. И этот день был моим духовным днем рождения. Я стал Детем Божьим. Если я делаю что-то неправильно, я не могу пойти в ад, потому что я получил дар вечной жизни. И эта жизнь длится вечно. Но как ребенок Бога я могу быть наказан. Теперь я в семье Бога, и отношение ко мне изменилось. Теперь я не погибаю, но получаю наказание за грехи. И теперь за мои грехи заплачено. И когда я говорю, что я иду на небо, это не значит, что я хороший. Это значит, что я уже прощен. Если вы примете Иисуса Христа как своего Спасителя прямо сейчас, Он простит вас, спасет вас и возьмет вас на небо. В этой сессии мы говорили о сотворении, о эволюции, о динозаврах и других интересных вещах, но это не будет иметь никакого значения, если вы пойдете в ад. Проверьте свое сердце. Если вы не приняли Христа как Спасителя, склонитесь и пригласите Его в сердце прямо сейчас. Помолитесь простой молитвой, Бог знает ваше сердце. Если вы хотите принять Христа, помолитесь вместе со мной. Дорогой Господь Иисус, я знаю, что я грешник. Я верю, что ты умер за меня на кресте. Прости меня. Я принимаю тебя как моего спасителя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. В Римлянам 10.13 говорится, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Если вы только что приняли Христа, Бог обещал, что вы пойдете на небо. А обещания Бога вечны. Если вы сегодня приняли Христа, напишите мне, мое имя и адрес появятся на экране. Дайте мне знать, что вы покаялись, и мы возрадуемся вместе. Принятие Христа и духовное рождение – это только начало. Возрастание требует усилий. Читать Библию, ходить в церковь, говорить другим о Христе. Я буду рад помочь. Большое спасибо. Я надеюсь, вам понравились видео серии.